Тут какие-то пуговицы. Ух ты, ничего себе. Так это крестики-нолики здесь получается, нет? Здесь, слушай, здесь вообще, здесь шахматная доска. Тут какие-то вещи тоже играются. А это крестики-нолики получается, смотри, на самом деле. Допустим, вот я крестик ставлю. Давай. Слушай, чего у них здесь только нет? Интересно, что такие странные эти. Так. Такие крестики-нолики. Я поставил плюс, не крестик. Так. Вот так вот. У них здесь все игры есть. Фашисты, да? Как ты ходишь, так. У них тут вообще фашисты, да? Так. Все. Ну ты, это всегда так происходит, когда первый ходит. Нет, да. Просто я профессор. Нет, я знаю, так всегда происходит. Поспорим? Давай еще раз, теперь я первый проходит. Давай, давай. Я придумал эти крестики-нолики. Теперь я хожу ноликом. Давай, да? Пожалуйста, ходи ноликом. На. Ну. На. Пожалуйста. Не получилось почему. Ну, потому что ты знал, куда я походил. А ты, когда играешь, ты не знаешь? Ты слушай, а куда один крестик делся? Только ты или... один крестик, одного вообще нет. Или так не должно быть? Так и должно быть. Нет одного. А, одного нету? Ну, получается, одна пустая рамка. Угу. Так, все с этой игрой понятно. Вот это что за игра у него? Вот это другая. Что за ерунда? Сейчас посмотрим. Тут все ясно. Друзья, в общем, у нашего хозяина... И еще крутые эти. Да, очень. Мама жена дарила у него все есть, все. Да, можно знать, что ему дарить его подарок на день рождения. Как он фигуры. Так, вот и на что-то. Это же шахматы, смотри. Это кубики. Ух ты. Смотри, кубики маленькие. Да-да-да, кости. Класс. В кости играть можно. Ну, это прикольно. Только надо еще разглядеть. И куда теперь их ставить? 5, 6, 4. Ладно, просто сейчас... Для... Ничего не понимаю. Ну, в общем, это как бы в кости играть, только я не знаю, что... Это вот эти штуки, наверное, видишь? Смотри, тут пешки, да, потом да. Король. Шахматы, да. Сейчас посмотрим. Тут, наверное, половину шахматы, а наполовину еще что-то. Смотри, как они ставятся на этом, на магнитике. Куда доска делась? С другой стороны. А, вот так. Да, получается, да. Это человек должен быть очень большим любителем этих игр, чтобы... И... Не, нормально все. Их просто надо вытащить и играть. Так не, без этого невозможно. А вот это что за пуговицы? Тоже какие-то шашки, может быть. Да, может быть, не знаю. Что-то. Но почему-то они синие, зеленые. А, нет, стоп, секунду. Знаешь как? Видишь, здесь доска какая. Но здесь не подходит. Подожди. Вот. Это вот для этой игры, только я не знаю, что это, но это ну, для да, этой. Тут какие-то супернолочные штучки. Да, вот такая вот житуха здесь у нас, друзья, идет. В общем, играем, точнее, как играем, посмотрим разные игры. Сейчас только что играли домино. Интересно, что первый раз в жизни я свой видел домино не просто черно-белый, а они еще цветные были. А белые? Нет, они были цветные. Вот сами-то эти штуки белые, понятно, но они цветные были. Так, какой-то. У нас наконец-таки закипел чай. И наш тортецкий сейчас будет. Так, как что, назов... резать? Какое-нибудь название есть у этого тортецкого? Пинчер. Как? Пинчер. Пинчер? Это что, испанское пинчер. Название? Нет. Нет? Русское? Российское? В общем, торт называется пинчер. Ты будешь кусок сердца? Я буду просто вкусный кусок. Пинчер. Что туда входит? Это секрет фирмы. Так, давай. Ничего, что я тебе его положу? Давай, разницы нету. Ты его можешь потом обратно ничего, поставить. Ничего, я тут разберусь сам. С этим делом я разберусь. Что с ним делать? Так, сейчас посмотрим. Куда пинчер. Слушай, мне нравится этот пинчер.
обычно он на следующий день вкуснее? Не, он очень, кстати, вообще смачный. Я никогда не ел такой торт, пинчер этот. Так, это уже дело другое. Друзья, в общем, выключаюсь. Находимся в нашей деревне, которая называется Атого. И делаем сейчас чаепитие вечернее. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.